летит во все стороны. Еще несколько минут, и дымка заволакивает всю улицу. Экскаватор разрушает незаконную постройку в селе Успенское. Местные жители только рады. Никто не хочет жить рядом с объектом самовольного строительства. Там, где возникают мутные схемы, много загадок и вопросов. Здесь понаехали, все понакупили, и начинается здесь какая-то ерунда. Местные жители здесь просто притесняют. С нас начали какие-то деньги. Такая группа, какая-то как захвата, что ли, приехала. Мы должны за это здание платить. Подрядчик работал здесь 2 дня. Мог управиться за сутки, если бы не сложности. Машина большая, развернуться негде. Огромные куски строительных материалов перекрывают дорогу водителям. Там, где бессильна техника, подключаются рабочие. Они расчищают дорогу. Строительная компания не просто сносит здание. Рабочие приведут эту территорию в порядок. Подрядчик работает здесь по согласованию с администрацией Одинцовского округа. Согласно постановлению, от 6 февраля компания должна снести 13 незаконных построек. В эти выходные строители также работали в Кубинке и в селе Шарапово. В основном это ветхое жилье, которое опасно для жизни, для окружающих. То есть, которое может обвалиться, куда могут залезть дети, по жалобам людей. После проведенной работы большую часть строительного мусора вывезли на полигон. Это предусмотрено законодательством. Часть остатков направили на сортировку и вторичную переработку. Потом материал используют для подсыпки дорог. Это дешевле, чем использовать щебенку или песок. Алтынай Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».